Так, и у нас еще одна игра. День физкультурника. Два старых знакомых. Сергей Николаевич и Джордж. Они уже играют. Мы сейчас узнаем, с какой счет. Пусть они играют, не будем им мешать. Сергей Николаевич, счет. 2-1. Так, Сергей Николаевич, 2. Джордж, 1. Я выхожу на исходные позиции. До 3 побед играем. 2-1, 2-1-0-0, говорит. Его короткое, но... Для Джорджа у короткой это вообще семечки. Он делает полшага, и он уже на столе. 2-2. Сеточку подтягивает. Блестяще. Джорджову был выиграт, но нет. Сергей Николаевич выиграл. Два-три. Три-три. Хитро выдуманный. Три-три. Смотри, как нафига тебя. Ты видел? Да, видел тебя. Прямо с земли. Не, сейчас хорошо. Офигеть. Джордж. А он... Не подражай. Да, ему было тяжело это делать. 4-3. Ай, в списке не проходит. 4-4. Красный не отработан. Запутались в полном счете, но сейчас мы не уточним. 4-4, но судя, что не должны быть. Счет какой, Джордж? 3-5. 3-5, как видите, я же говорю, запутался. Топорик, смотрим. Прям в угол. Правда, он накидывает туда руку. Ну, ладно, мы претензии не предъявляем Сергею Николаевичу. И 5-5. 6-5. 6-5. Слева подачи 6-5. Не может быть 6-5. Было 5-3, потом мы два раза проиграли. 5-4. Было 3-5 же. Нет. Хорошо, как скажешь? 5-4, 5-4. Нет, я как рупор. Ау. 5-5. А, гольф, гольф. 5-6. 7-5. Все равно, как я говорил, те же цифры случились. 8-5. 6-8. Нет, здесь надо и модельный, как он мне как-то... Не надо, да ладно, пусть. Трактует по-разному. Ничего страшного, все мелочи. Главное, что не играть приходит, играет. Как смело пробил, вот этот дуб все. 6-9. Так, он вот так, вот так ответ, наш ответ Чемберлену. А сколько нет вообще? Да, стол такой духленький. 8-7. Я сейчас закручиваюсь. 8-7. Сейчас он переведет.
Счет, Джордж. 7-9. Сергей Николаевич, счет. 8-10. Вон два очка. Ну, у нас два, мы поняли. 8-10. 9-10. Какую руку попал? В левую, в правую? В левую. Ладно, это не страшно. Мышцы перегоны. 10. И 10-10 вот тебе. Раз, и квас. Стоп. Это обратил внимание, что он этого не топорик подает, а другой подошел. О-о-о. 10-11. И свет второй. Ну, первый. 11-11. Что творит? 12-11. 12-12. Сетка. 12-12. 12-13. 13-13. Александр Борисович идет. Александр Борисович, добрейший денек. Нет, 14-13. И не попадает. 14-13, да, первый сет. Сергей Николаевич забирает. Ну там разъяснил внимание, что он дает вот это, вот это, а у меня это верхнее вращение. Ну я тебе говорю, у него топорик с 20 вращениями. Нет, я тебе говорю. Верхний, конечно. Нижний, бок, темп, фильм. Нет, ну в основном смотрел. Сейчас попробуем. 1-0-0-0. Сейчас нижний. О, красотень! Красотень! Ну, навесил и надо и использовать это. Не просто, а прям неудивительно. То есть надо же с этим на такой скоростной вернуть. 0-1. Бог. 1-1. Так, дождь надвигается. Надо успеть доиграть этот матч. Как он это делает? Как он снизу отправляет? 2-1. Вот, ну, с земли практически. А, я ошибка. 2-2. Ветер. Нет, это не ветер, ветер, говорят. Я, по-моему, не чувствую вообще никакого ветра. Но дождь собирается. Есть вариант, что мы эту игру до конца не доиграем, но становимся там, где начнется дождь. 2-2, я, по-моему, говорю. Ау! 2-3. Борис. Александр Борисович пародируется. Нашел стол. Люди гуляют, мешают. Еще бегут девушки, хотят спрятаться от дождя. Игорь бежит, все мешают нам играть. 2-3. Ай, срывается. 4-2. 3-3. Что сказал? Хорошо. Я не возражаю, я не против такого счета. 3-4. А у меня нас там 4-4. Судей не слышал, я подрагивал.
А, начало капать. Так, ладно, пойду. 4-4, может, на этом остановимся, чтобы было поровну. Дождь. Завтра будет. Пока играем. Играем, окей. Да-да-да, обязательно. Я с утра, я как всегда. Вас не будет, я на велосипеде. 5-4, давай, счастливо, Леш. Четыре, шесть. Четыре, семь. Пока, Настя. Восемь, четыре. Восемь, четыре. Да, сейчас уже ветер поднялся. Спасибо огромное. Сергей Николаевич, спасибо, что приехали. Джордж, спасибо, что приехали. Рады, что вы увиделись. Спасибо всем. Игорь, спасибо. Сан Саныч, с праздником. Сан Саныч, два слова в честь физкультуры. Сегодня даже не верится. Как говорили старожилы. Кто помнит, тот придет. Пришли все настоящие игроки. Проверяют. Прошу ваш разряд, свой разряд. Чисто, мягко. Атмосфера просто прекрасная. Изморозь – это спартаковская погода. Как говорил и буду говорить. Любите настольный теннис. Играйте в настольный теннис. Настольный теннис – олимпийский вид спорта. Спасибо, Сан Саныч, дорогой. Спасибо. Спасибо, Никита. Все, спасибо. Вот Игорь собирает. Ливень. Все, сейчас ливень будет. Роман собирает. Сейчас мы поедем домой. Кирилл, мы тебя не видели сегодня. Привет, Кирилл, с праздником. Он сегодня играл в парных. Да, сегодня.